В гильдии. Дай лапу медведь. Того. Маленько отрубил. Наверное. Тебя невозможно бить. Да, я это домик выключала там. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем. Так возьми консекьюрит отель. Может, 15 писал. Ну давай. Ну сейчас кого-то кинь. Не Слабутрона. Слабутрона подвините. Я там хан сало дал, красавчику. Ой, да завтра буду добычка. Да, ну тогда возьми лучше кого-то нормального. Я завтра скажу. Сколько 25 гео? Перевернула страницу истории. Я помню, хорошо отключил телефон, давай, блядь, давай. Скоро у меня будет другой рыцарь. Ебать, рот. Ты как придал? Слабутрон ничего не разобьет. Как он упал, когда ты сагрил, мобы на него пошли. Я забыл гитридом на панели, пиздец. Thank you.
Не, вряд ли куда спекаться. Деймос, блядь, кто? А где канон? Ну ладно. Блин, да дайте баб. Не слышу. Дер, пожалуйста. Как больно, да? Налево пошел. Беги, малышка, беги! Десниц нашипевыми. Что там по ДПС 7,5? Маль сейчас раздамажишь. Конечно, только рабочий потанчит. Трэшер. И трэшер фулл стаму один. Это не жесткий. Да, бля, у нас 2.5, а какой крест? Бомжи, бомжи. Много на них. Thank you.
Ника, тяните его сюда. Че он тут стоит? Да, есть. Да. Припал слабо сидит, найдете по ней. Из меня такой помощник, ну. Помните, что мобал, нечего ходит. Может отхилят бафы надо, 300 баф. Бля, пусть вары на ап покричат, а. ЕП. Хочешь помочь потом? Или ты все равно? Я вот все сады. На все воля господина. Ваш
Да вообще шикарно. Мне крафтов тут один камень лучше. Мне оставаться в хиле. Ты так думаешь? Да, блять, они друг друга того стоят. У одного три, у второго тоже три. Послали нам вас. Я бою уже. Заберешь? Если вы поспешите, то еще сможете его догнать. Забирай. Владимир, бой. Были какие-нибудь изменения, ну, целка? Да. Да это. Бо, блин, они в два раза быстрее бегают. Очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Молота по местам. Время, деньги, друг. Что тебе нужно? Шарит пушки справа для собаки. Сыны и дочери Орды. Того шарит за справа две пушки свободно. Да пизда ты, сервак, кстати, ну, блять, народу тут мало. Что это там вдалеке? Не, а тут все четко работает. То есть, да, допустим, на X5 там пиздец просто. Тут можно играть только по флагу. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небо зарвем. Ну, просто, да. Да ну, слабенький. Ну а сам Вов какого года? Третьего? Или какого? Чата? А вас тут продажами персонажей занимаете? Да вообще кто-то. Что, реально? Ого. Я продал персонажа, я дохуя кумов. Кому-то надо дегаха, бисовый. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Сейчас ходит на X5 игра, у нас там своя гвардия. Да я знаю, что там был.
Да там нема смысла играть, да, X5 все же. Да, там один спорим, согласен. Я прицел Поклонский, потом, блядь, кто-то еще там был, мутант. Это X1 нормально, качайся вообще. Як там? Стрёмно. Я там качнула, короче, 80-й, там вообще система какая-то стрёмная. Не поняла вообще, что куда и... Ты чё там на серьёзе? Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Топорошейка. Бебал, ты тут хиль протопала, прям, блядь, только меня хиль. Ну, блядь, что, жалко, что ли, вон? Тут все равно 5 хилов, пусть только меня хилит. Он хочет своего личного хила. Да, да. Хильки протопало прям, блять, он стоп. Блин. Мы назвали его Дронож. На орочем это значит сердце. Я бы не позволил чернокнижникам забыть. По защите 450. Ну, да я уже танчил, блять, раз 20. Ничего, нормально. Обещал его матери. Конечно, Деймос. Пройду через темный портал один. Важно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Блять. И чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать? Сколь могущественна плеть! Я не могу атаковать его цель. Во имя короля Лича! Так чисто гроссер не стал. Заберешь. Охуя, зачем? Да, не брать. Как это там? Главное под дрессой посиливать у меня, то меня могут, может убить просто. Насулись когда раз. О, живи. Да, пошла, я поднимаю.
Ладно. И, блядь. Что мало. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти. Сейчас. Не спойте. Пес, все, упал, просто не жестко. Идут за 15 царей. ПС ловит. Да, Лана и Синдра. Я покорю на этом трэше. Нет. Да, мы покажем. Слишком далеко. Там трэш в РДД зоне, можете притянуть его? У него красавчик. Использовать эту способность. Сейчас. Ох. Ты.
А можете Алексика с ума назовите? Спасибо. А если мамка против? Войд прочел. УПМ прочел. Все, я отошел. Хлопну, чтобы пак или чем камеха не кинулась. Не кикай.
Да-да-да. Тут что такое? Может забафаете? Паладин по бафам ему. Наши силы едины. Я люблю этого босса, как вы знали. Почему? Потому что он ватный. Если дальше люблю, а вот, типа за фантазы, чтобы этот сферой тебе херня. Всекайте похуй на сферы, бейте вообще похуй, бейте все. Серьезно, бейте все, милики все бейте. Давай всех боссов сюда, короче, блять. Нормально. Давай, Синтс. Удар. Тут все меня бьют, короче.
не вам что-то. Да, да. Жрецу не полетел. Танка спекнуться, в танке квест сделать. Тоже рисунок интересный. У стены там лежит. Интересно. Встречаю, на X5 бы этот трэш жизнь его, блядь, не прошли, вот серьезно. Там такие ДЦП играют, может там вообще никуда не работает. Вообще тупо трэш нет, целых капочки, в КП его нет. Ты смотри, кто ходит там играть. Типы вообще конченые, блядь, играют. Да-да-да, ты че. Резко до сих пор зергился, короче. Единственное там то, что шарк еще по 120 косарей по персой хуярь. Каких кончиков, да? Так, их трэш сиди давай. Трэш вред пошел. Вот на этом трэше на X5 3 моба стоят. А вот, короче, мобы, которые перед леди, их вообще не бьют, то есть, ну, такие пауки большие. Даже не агресс, короче. Да-да-да. Ну, короче, сделали обновление. Да, ну, то, что слизняки, короче, быстро бегут. Там пиздец, короче. И маленький, короче. У них только-только, вот. Они же давно... Да. Просто, блядь, маги на сурке по 27 кусков дают. Просто сурок, наверное, до брюсы падает, секунд 30 ноги. Косарей, конечно, хороший. Ну, точно хорош. Да, там никуда не работает, там чисто знаешь, что ДПС меряет между собой, и все. Единственное, ладно, все.
Даст. Кулаки кресты. Уходи, 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 Павел. Уходи. Да-да, все нормально. Что ты мягкий, бля? Что он там вреди бегает? Вы что, сбега? Не-не, он сорвал, бля, хант. Ебать мне, блядь, подцеплюсь и летят. Два зеркала на ночь. Там нах, я вышел, справа встаем. Да-да-да. Я тогда шипашку укушу, чтобы от хила больше было. Уйди! Уже забежал. Вы лужи не видите, что ли, в луже стоит? Веди, веди. На хвосте, да? Иннер, дайте гласи с Кайсулы. Да, вижу, вижу. Да-да-да. Все, ударил. Залейте шаман. Кира, 5%. Да, трэш, блядь, Киру дал.
Я пойду сдам. Они бабушки уже все. Да, интересно. Ну, я резал. Дайте баф на танк и хил. Вместо баф. Ману, залейте, пожалуйста, слово. Там медведь какой-то перерожился. Мой моб. Thank you.
Не в карате. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряные. Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Нападай, гроза плети. Сейчас я тагру нормально держишь. Красавчик. Что, зря ты в хантов взял, да? Тут хуёво ты огро держишь. Так бесстрашно сражались с плетью. Поблагословит вас свет. Что я наделал? Нет! Ну, банки есть. Типа, знаешь, как у нас он РШ мог зайти. Типа, ну, типа, вот так. Так вон рыбу поставили, отпивайся. Нужно крест. Маги, бахните, пожалуйста. Пожалуйста, приста баф. И крест. Маг сверху, справа.
изумрудный сон. Там вы найдете... Мана, нет. Окей, вот представь. Еще одного мага забери на хилайне. Маны нихуя нет. Я не поеду, я не... И то, бутылок маны не было, сейчас есть. Че, в обычке они тоже ману жрут, когда эту стрелу кастуют? Ниш. Нет, Олег. Да-да. Да. Очень долго. Да, один будешь танчить или что? Давай я на ханта зайду или на шпэт. Да. Меня что-то злакало. Он не у меня же. Блин. Это. Чё там лупут хоть? А нормально, кстати, лут упал. Плащик не падал? Падал. Падал. Не обманывайте. Реально. Да бля. Его распылили, короче. Хочете, дам кристалл пропасти за него. Капец. Да у меня залагало все. О, мага пугает шутом. Короче, это я, ну... Дальше один этот трэш мелкий. Слышишь, Войк? Хули да ты? Я пошел на ханта, именно на кого.
Друг охеренный фантом, блядь, что это может? Потом зайду на танк, если надо. Ты серьезно плач падал? Да. Древо, дай мне, пожалуйста, плащик. Ну, он вырылился, этот, 83. Кинешь больше, думаю, можно будет попросить. Никакого плаща нету, вообще никакого. Чтобы ему тоже обидно не было, я говорю, вырылись больше, чем 83. Дай патч, я плюсанул. Ники в минус низ, а то, что шкаф не стоит. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok.